Опасно играть со знатом, потому что все любят кикать знат. Вот это самая главная опасность. А так-то все отлично. Женя, а куда ты пошел? Ты же пошел, его сразу убил там, да, на связи. Меня убили. Ну, наоборот, да. Сейчас, блядь, контри будем играть. Так, Томасио. Ладно, на камерах посмотрим. Ураган с Каланским. Дерево выполню здесь. Гальдал? Ля. Так, Чупикс выберет. Блять, я хотел его найти. Кого-то убили, нет? Я да. Понял. Ну, где? Короче, убили красного, да. Да. И на датчиках это было прямо вот то ли перед светом. За 3 секунды перед до погашения. Да. Прямо вот перед тем, как выключили свет. На свет. На свету сейчас кто был? Чупикс, Роберт. Я. А где вы последний раз видели Мэтт Кантри? Подожди, я видел его, знаете, когда секунд, наверное, 30 назад. Без вести парень пропал. Он делал. Не-не-не-не-не, подожди, он делал этот, как он. Ну, где ты проводишь, где херню, лабиринт сраный. Вместе со мной мы стояли, вместе выполнили. Он пошел, получается. Справа или с нижней, самый нижний. Снизу слева. Да, потом я ушел наверх. Все, я его больше не видел. Это значит, знаешь, как могли еще импостер сделать? Убить его там, пойти кнопку нажать, такой, а, вон там, убили. Не-не-не-не, на камерах видел урагана голландского, а голландский стоял на датчиках. Подожди, подожди, кто на камерах должен тогда видеть? Я на админпанели сейчас. На админпанели только что пятерых видел в электро. Кто-то был один в исследовательской, и О2. Вы видели кого-нибудь с деревьев, вот с бочек заполнять, выбегал кто-нибудь? В О2 стоял кто-то один по админке. А кто? Я не знаю, Подожди, трупы показывают, если что, по датчикам. Нет, а, да? Ну там один стоял. По панели, там же забили. Да, по панели. Не показывает. Домин на панели. Ну, скорее всего, это Роберт. Сука. Роберт, ты откуда пришел? Не. Я видел, как ты прибегал. Мицы не был. А, Мицы не было, а потом у нас Мицы не видел. Подозреваю жестко Асю. Новый тренд, теперь выкидываем Аси, бля. Так это прикинь, все говорят, что Аси любит бомбить, Аси его кикает еще дополнительно. У меня жесткие подозрения, но пока так. Тогда не будет Аси, будет Оси, блядь. Бля, опасно играть со знатом, потому что все любят кикать знат. Вот это самая главная опасность. А так-то все отлично. Камеру мы провели. Давайте вот это. Быстренько ебанем. Хорошо. Так, понятно. Мы идем сюда, пойдем с ураганом. Пойдем, все хорошо. Вместе кофе. Подожди, бля, ладно, не мешаю. Встану на камеры. У Наси стоит. Датчик. Бля, надо вот так делать, потом понял. Так, это не... 4 секунды назад сделали. И Роберта до этого желтого. Убили. Это не Джонни. 4 секунды назад желтый умер. Подожди, 4 секунды назад. Да, я на датчик стал как только. Так, доме на датчиках. Знат голландский внизу. Я с тобой был. Справа был. Я до этого на датчиках стоял. Снизу. Я до этого Ася, я видел. Ася, на... Стоп. Подождите, а объясните мне, 4 секунды я сверху назад пробежал убили, с О2, убили желтого, и Джонни его репортит сейчас. Ну, я с ураганом был. Не. Это не Джонни, я специально с Джонни стоял. Доми, подождите, дайте спрошу про Доми. Ну, тогда это 100%. Я сделал две заданьки внизу справа. Потом побежал в офис, стал да, на... Да, как... пункте очень много было времени. Нет, ну, внизу справа, это не метод. Сейчас, подожди, быстренько скажу. Ася, ты после того, как на датчика смотрел, куда побежал?
Вверх пошел искать труп, и потом этот сделали саботаж. Я слева сверху там на руке стоял. А у нас два трупа, да? Один труп у нас. Так подожди. А если один, то тогда он только-только сделан. Какой Ася тогда труп искал? Так какой два трупа? Стоп, стоп, сначала... ты говорил, сказал, сначала... ты сам сказал. Ася проговорился, получается. Ну, ну так я только... Я ничего не проговорился. Только бахнули этот саботаж, я сразу стал на датчик. И вот в эту же секунду бахнули, Ася не стоял на датчике, я не видел его. Ася? То есть Ася не мог пойти искать труп, потому что его бахнули на моих глазах на датчике. Я подошел на датчик. Ураган был с Джонни. Да не тебя. Я сейчас в доме, я в доме видел. Если у нас один килл, если у нас один килл, Ася не смотрел на датчики его. Вы что? Еще знаешь, вы что? У нас точно один килл. Бля, я же скоро буду тоже материться, бля. Что ж такое-то? Пиздец, я себя сдерживаю еще. Все, ладно, нормально. Так, буквально 15 секунд. Охеренный не мистер. Ебать у тебя микрофон, нахуй. Замуться. Не-не-не, я просто ливаю. У меня интернет отрубился охеренный немецкий. Качественный. Понял. Давайте, удачи. Давай, спасибо. Давай, удачи. Чего? А я вам говорил, знатоки. Я какого знатоки? Я не Вася голосовал, я в знаты. Знатым кикать. Сейчас. Ай, какой знатик хороший, какой хороший знат. А почему Роган сказал, что это не Джонни? Так потому что я другого убивал. Я чудеса вообще убил при урагане, ураган не увидел. Так каждую у нас пиздец этот, блядь, радиус маленький. Так говорите, как будто, блядь, мы всю карту видим. У нас радиус пиздец маленький, там хер увидишь где-то вдалеке. Ну ладно. Значит, ты знат убил его вверх побежал? Да. Я внизу возле урагана убиваю, ураган стоит, крутит эти шарики свои. А он не увидел. Не видел бы. Член экипажа, уху! Not impasta. Так, да ебать, ну ты чего, полетел. Так, кто у нас, блядь, ключики не делал, сука? Надо было посмотреть, кто ключики не делал. Надо было посмотреть, кто ключики не... Мне сейчас Дима ёбнет, блядь. Чупикс, знат, Дима. Чупикс, знат, Дима. Да, слишком много людей тут. Дима и кто? Там, Роберт. Голландский Дима Роберт. Кофе пробежал. Олег есть. Олег на месте, Олег там. Чупикс там. Постоянно. Знат прибегает, голландский. Ебать, что так много народу, пиздец. Дима со мной. Дима крутит левую часть, блять, а не правую. Тем самым палец. Дим. Что случилось? Дим, вроде нет киллов. Ты, короче, тот левый, в самом начале раунда ты левый или правый, типа, ключи делал? Не, я просто смотрел и ничего не делал, я с тобой наблюдаю. А сейчас я не понял, что за... Я не выполнял все задания, я за тобой смотрел. Блядь. Мама, что ты... Не, я понимаю, что ты, типа, очень сильно смотришь за всеми, я, типа, опытный. Типа, ты... Да, просто опытный. Я не пытался. Просто знаете, в чем прикол? Он сейчас, блядь, у баранки, нахуй, в левую часть пошел сразу выполнять, думаю, ебать, нахуй. Не, я не понял задания, я с тобой смотрел. Я же с тобой сейчас бежал. А ты разве на кнопку нажал? Подожди, стой, так сразу слева выполняется. Справа. Олег! Джонни, я вспомнил, на самом деле, вот это вот то, что вентили крутить, они сразу три доступны, по-моему. Да. В смысле сразу? Вот сейчас кикаем Джонни. Да, там нету разницы, с какого начинать. Я тоже помню, мне как-то раз сказали такую, я такой, блин, что, реально? Так это обнову, походу, вышло, Но потом проверил, сейчас, типа, вот так вот сразу можно с любой стороны крутить. Согласен. Джонни, знаешь что? Пока, Джонни. Я тебя очень сильно люблю, у меня теперь все гуси, нахуй, в чате, вот. А ой. Вася, кто-то в кем? Почему Вася? А ой. Традиция новая. Вайси. Ладненько, проебались. Кнопочки теперь у нас нет. Это очень плохо. Еще мы благо посмотрели, так ураган с голландским там стоит. А давайте я с вами выполню задание. Ураган до сих пор там стоит. Там, блядь, что там пиздец, что ли?
Дима. Блять, не туда завернул. Да блять! Да сука! Найс. Ураган убежал. На датчиках у нас выключается свет. Умирает черный. Понял? Умирает черный. Я по датчикам видел, как умер черный. Подожди, но... что за прикол? У нас даблкил, правильно? Никто ничего не хочет сказать. Так. А кто на камерах стоял? Я тоже вот не понимаю сейчас. Подожди, но ты мне казался с самого начала мирным. Я стоял на камерах. Так мы же вдвоем вышли. Прям перед ногами, да. Прям перед ногами. Так мы вдвоем вышли сейчас. Да. Что говоришь, Роберт? Я вначале стоял на камерах вот с тобой, а потом отбежал. Короче, я потом тоже убежал. Просто видел, что в конце камеры горели, там кто-нибудь стоял. Не, это не я. Так, подождите, рассказываю прикол. Скажу. С самого начала раунда я пошел вниз выполнять два заданька. Там был Чупик со мной, все время бежал, и Знат был внизу. Тоже стоял там. Потом мы поднялись в медицину, бахнули свет. Я старался с Чупиксом быть на одном уровне, чтобы видеть его. Чупикс убежал вперед, и вот у меня репорт под ногами Голландского. Чего? Сразу появился, после того, как он отбежал? Да, он отбежал. Ты Голландского обнаружил? Да, подожди, Знат сдох. Знат еще Знат. Знатов внизу тоже убили, значит. В исследовательской, внизу справа. Скорее всего, в доме труп Голландского уже был до этого, а вот Знато кто убил? Знато только что убили, только что. Я смотрел на датчиках, умирает Голландский. Смотрите, выключается свет, думаю, ладно, выполню вот это. Огонь вот этот, лава, типа, у лавы, температуру. Вот, делается репорт, и смотрю, умирает Знат. Хотя, когда я смотрел по датчикам, Знат был живой. Соответственно, его убили. Голландский был живой? Прям только что убили. Вот когда свет выключился, прям только что. Голландский. Просто почему Чупикс ты не увидел его? Только, смотрите, убивает Голландского, выключается свет, и когда выключен свет, потом убивают. Подожди. Значит, это не Чупикс. Не даблкил он. Ты можешь еще рассказать, где ты нашел труп? Прямо возле медицины. Блин, ну, точнее, внутри. Я просто не знаю. Ты видел труп или... Не, свет бахнули. Свет бахнули. Я просто не понял, почему Чупикс не зарепортил, если он я убежал туда. Я пошел налево в душевую. Вот. А, ну я там же, там, где мы и стояли, увидел. Самый, блядь, первый бежит. Томми Ураган Фипика. Так, это, наверное, подозрение на урагана. Не на доме, не на Чупикса. Это ураган и кофе. Томми, там убегает кто-то. И убегает ураган. Каким-то магическим образом, блядь, убежал куда-то Олег. В доме с ураганом были. На камерах кто-то стоит. Сейчас на камерах, кстати, кого-то ёбну. Смотрите, как эти камеры и работают. Может быть, это Олег, но подозрение есть на то, что это Роберт, потому что он любит это делать. Делается саботаж, делается килл на камеру. Нет, не делается. Это Доми вообще стоял? Очень странно, на самом деле. Но, будучи стоя на камерах, Доми не может сделать саботаж. Так, выходит, я так понимаю, откуда-то Аси. Почему-то, мне кажется, с этого, блядь, прикола, нахуй. Идет выполнять Роберт. Чупикс. Ну, хотя хуй знает, блядь. Все же возможно, что, будучи на камерах, он может эту хуйню сделать. Так, надеюсь, не доебутся, что, блядь, вот, ты же говорил, что ты выполнил, блядь. Живы, Дима. Нет, Дима за мной идет. Да, он идет за мной, мне говорят. Офигеть. А я искал Джонни. Я только что Джонни... О, так подожди, это самореппорт получается. Да. Это самореппорт. Я Джонни секунду назад видел на камерах. Секунду назад. А где? То есть, ну, у датчиков. А. Ну, то есть это сам репорт? Да. Не, подожди. Погоди, один вопрос. А пусть Дима скажет, что там. Пускай Дима скажет. Да. Во-первых, ураган от меня убегал как-то странно очень. Очень странно, блядь, за тобой бегут 4 километра. Не, подожди, мы очень большой. Во-первых, был саботаж, и ты не побежал на саботаж. Потому что я стою у коек, мне просто плохо, и мне надо провериться. Ну, вы слышите это? Не, но у Джонни еще были подозрения на Диму. Можно я одно скажу? Первое, я пробегал мимо урагана, когда был саботаж, он стоял в медицине, он не побежал на саботаж почему-то. Это так, ураган? Да. Ураган мирный. И второе, я, то есть, побежал на саботаж, его отключили, я вернулся назад в медицину, и мы с ураганом побежали туда вниз. Вот, потом ураган как-то от меня убегал, и он, наверное, думал, то, что я убийца, хотя он убийца. Он меня замансовал как-то. Я хотел с ураганом бегать, потому что он, скорее всего, не убийца. Вот, он убежал,
Он, ну, то есть он сделал так, чтобы две двери быстро закрылись. Двери быстро закрылись, и я в итоге побежал в центр. Либо ураган 300 IQ. Короче, мне кажется, я верю урагану, я не верю тебе. Да-да-да. Дим, вот ты говоришь, что как бы я убийца, но ты хотел со мной бегать, потому что я не убийца. Это, бля, какой-то парадокс. Ураган с первого раунда меня приглашал на медицину провериться. Не забывайте, что у нас два трейтера. Но типа, если вы вдвоем бегали, мне кажется, ураган бы уже давно-давно тебя убил. Ураган с первого раунда меня на медицине хотел это вот. Ну хз, я типа, я сказал аргумент, с которым он согласился. Это самый репорт. Это вот Джонни был уже жив секунду назад. Как хотите. Это называется не саморепорт, а мгновенная карма, Дима. Получай. Все, блядь, я ебать с заданиями справился, блядь. Самый лучший член экипажа в здании, блядь. Это я, Джонни Райдер. You know what I'm saying? Блядь, ладно, связь осталась, сука. Я, блядь, уже хотел закончить. И мы великолепные. Ну, как кто там калякает, блядь. Ну, второй. Ару, ну. Блядь! Задание отменяется, если не писать. Молодой. Азе. Кто же это у нас? Ебанутый. Если никто не против, чтобы второго килла не было только что. Секунд 10 назад Аси убили. Я побежал в медицину проверить, кто там может есть. Там был Чупикс и Ураган вместе. Поэтому это точно не Ураган, не Чупикс, не я. Остается кофе и розовый. Нет, Олег с нами. Значит, чтобы второго килла не было, я нажал кнопку, значит, это... Ну, получается, это Роберт, раз да. Мы все были. Но я видел урагана Чупикса в исследовательской, потом подбежал в доме, это я видел. Uh-huh. Вот. А, ну, получается, да, Роберт. Да, да. Пока. Нет последнего слова. Пока, Роберт. Пока, да. Миша, пока. Старенький мем. Роберт, походу, вообще похуй. Или он замьючен, может, просто? Сейчас резко орать начну. А в итоге это был я, и это, да-да-да, типа такого. Не, ну подожди, камеры горели. Я по саде отходил так. А где ты, можешь сказать, где ты Аси убил, а ты труп не нашел? Не-не, Слав, кого голосуем? А что ты смеешься, улыбаешься? А что за улыбочка такая? Нормально. Так, сейчас я наушники надену, парень. Так, понятно, все. Нет, это надо было сделать, как в зоне. Че, я там отходил? Так, че? Или засмеяться надо было. Не, короче, я думаю, это доме, потому что вот он сейчас репорсил. Да, да. Хотя кила не было. Я труп прикрыл. Переголосовываю. А вы на него, да, все? Да, да, да. Я тоже Никита на доме. Я хотел просто труп прикрыть. Я тоже видел. А что за хуйня, я не понял. Только пасать отошел, а тебя кикнули уже. Классификация голосов. Эх, ураган, ураган. Ну все, идите. Да, я что-то затроил, капец. Я разминцевал как профессионал. Да, ты просто... Я просто охуел, если честно, что ты сделал. Профессионал, блядь. Бля, я просто сначала, когда мимо Димы пробегаю, думаю, ебать, он что-то замешкался. И я такой, типа, думаю, ну если сейчас Дима побежит за мной, он меня убьет. А у меня, знаете, как было? Я, короче, на камерах стою, вижу, что ураган с Чупиксом бегает, вижу, Роберт ко мне бежит, я говорю, ну все, Роберт меня сейчас убьет, и он меня убивает. Потому что это его камеры, блядь, хули ты на его рабочем месте. Понял, блядь, рабочее место.